Друзья мои, как вы уже догадались, я нахожусь на набережной. Отлично себя чувствую. С утра позитив, заряд энергии. Йога. Йога делает чудеса. Как неохота вставать рано, но очень много мух только. Негатива. А остальное все позитив. Как не хочется вставать рано, и встаю как робот, но как только сажусь на коврик, и сразу глаза открываются. Сейчас я уже возвращаюсь, не стала снимать вам все. Ой, кажется, здесь мокро. Травка мокрая, и я намокла. Боже, какое удовольствие с утра выйти на набережную. Подышать морем. На море уже мало людей с утра. Сейчас буду возвращаться, посмотрю, сколько. Обожаю наш Мезетли. Не сравнить, не знаю. По мне, не сравнить ни с каким районом. Может, в других районах тоже красиво, не буду спорить. Но вчера побывала в Карадуваре и была в шоке от того, что там неспокойная ситуация. Вот прошел концерт, и столько было драк. Молодежь пьет напитки спиртные, ну и в пьяном состоянии ищет себе приключения на голову. Да, ну мы очень хорошо сделали, что ушли вчера, не дождавшись. Нужно, оказывается, концерт начался после половины восьмого только. Мы очень хорошо с мужем посидели, отлично. Пришли домой, выпили, я сварила кофе, поели фрукты. Поели фрукты дома, так как там не покушали. Почему? Сервис нам не дали. Заплатил он за стул 150 лир с одного человека. Здесь вот у нас в городе 80 лир берут, когда приносишь свою еду. Тоже там есть место в ресторане. Мы были, ходили с другом. Помните, я вам рассказывала? Мы рыбу чупру покупали. И они покупали свои раки, приносил. Вот друг его. Тоже есть такая ситуация, но там 80 лир. Ну а какая разница, просто на дорогу и ехать 2 часа, смысла нет. Но мы поехали ради концерта. Ну, поехали так, что и на концерт не попали, только со стороны. И вот выпили кофейку с мужем. Хотела я поговорить с вами. И заснула, поэтому и рано сегодня проснулась. Кто рано встает, тому Бог дает. Я уверена, что будет сегодня самый замечательный день. И понедельник начинается. Замечательно. Ой. Кстати, я сегодня дала слово, что я буду заниматься турецким. И надо это сделать обязательно, ведь я ожидала слова. Мне кажется, что турецкие кошки самые сытые. Уже с утра у них тарелки полные, они уже позавтракали, наверное. Смотрите, кушай не хочу. Писа, писа! Они на кис-кис-кис не реагируют. Пис-пис-пис-пис-пис. Самые сытые за кошками здесь нам смотрят и ухаживают. Ой. Посмотрите, водичку пьет, водичку, хорошая киса. Видите, они такие ручные, красивая такая кошечка. Красивая кошечка. Ой, чистит она, чистит. А роза какая красивая. Это, говорят, китайская роза. Ладно, пошла я вперед. Послушайте море. Посмотрите, сколько купальщиков. А там сколько? Человек 20. Куда вы? Куда бежите? Меня покусать? Как бегают друг за другом. Такие милые они. А я думала, что закончился купальный сезон, а он в разгаре. Вот думаю, прийти ли мне завтра сюда покупаться. Видно, мой организм накупался этим летом с внуками. Помните, как я сюда приходила? Такая же ностальгия на меня напала. Воспоминания нахлынули.
Ой, уже половина девятого, 22 градуса, и я пошла домой, потому что меня очень ждет большая работа по бизнесу. Так как у нас сейчас промоушены, и очень выгодно сейчас стартануть, друзья мои. Промоушен — это что? Это выгодные предложения, одно из которых, если вы купите одну ценную бумагу, вам дадут одну, если 5, вам подарок 5. Это очень выгодно. Инвестировать в золотую платформу. Золото — это подушка безопасности. 12-й год на мировом рынке, друзья мои. Кто бы что ни говорил, собаки лают, а караван идет. Сегодня базар. Как вы догадались. Только они раскладывают, есть возможность поснимать мандаринки. Цены пока неизвестны. Лимоны 4, чеснок 9. Вот и я, мои дорогие. После того, как я пришла домой, наверное, сейчас скажете, Света, тут что поела, что попила, что делает, надоело уже. Но я буду рассказывать, кому это интересно, слушайте. Пришла я, перегладила целую стопу, все перемыла полы, убрала квартиру, накормила мужа, приняла душ, привела себя в порядок. Сегодня уложила по-другому волосы. У меня такая хорошая плойка, фен. Мой муж купил. Прекрасно делает объем. Я как-то покажу вам, как я это делаю, но только в другой раз. Вообще очень мне нравится. Раньше я феном как-то укладывала, а сейчас в какую сторону хочешь крути, можно и кудри, и все. Он мне подарил на день рождения этот фен. И еще что я хотела сказать. Я же сказала, что сегодня я буду начинать турецкий язык, да? И мне нужно было тетрадки. Вот мой муж пошел и купил мне тетрадки. Как ученица? Сейчас покажу. Вот мои тетрадки. И купил мне ашким ручки еще. Я сказала, купи мне одну большую. А, такую купил. Ну, на, ничего. А он купил еще две маленькие. Не помешает. Я же всему чему-то учу. Кстати, сегодня я вечером, чтобы не забыть, записалась на марафон. На марафон по фотографии. Буду проходить марафон, мои дорогие. Также он принес яйца, у нас закончились. Сейчас пошел на базар. Это у нас полный холодильник еды. Мы никак не съедим ничего. Я сказала, ничего не покупай, кроме помидоров. Смотрите, сколько фруктов. Мы же привезли от родителей. Видите, яблоко даже портится. Мандарин полно, и яблоко. Сейчас я его съем. Вчера мы были в ресторане. Тоже не кушали. Купил рис. Хочу, сказала ему, купи только баклажаны и болгарские. Я приготовлю голубцы, как мы делали с мамой. О, Ашким пришел. Посмотрим, что он принес. Вот наш полный холодильник. И здесь то же самое. Полно, полно. Я говорю, вот сидим, потом будешь покупать. Ашким, не алдин? Можешь гилдин и с Ашким? О, долмайчин. Баклажан, алмак. Батла. Сыну, ну тут более баклажан. Кабак не кадар. Цен фиатлары сойли. 3,5. 3,5. 8 лира. А, не ты на 8 лира, блин, кабак. На 5 лира. Ой, кюзель бун. Аферин. Ага. En pahalı domates. 6 лира. Самый дорогой помидор. 3,5 var, 5 var, 6 лира, ben 6 лира aldım. Tamam, aşkım. 2 lira da meyve aldım. Aferin, elini sağlık.
Будем делать голубцы. Бенчок я поджам, сура буздулаба коеджам и ас-ас пишираджаз. Дейль мэ? Я говорю, знаете что, вот я сделаю много, приготовлю, но не сегодня, не знаю когда. Сегодня у меня будет мерчимик. Зеленое хочу приготовить. Зеленая чечевица. Соусом ему он попросил у меня. А это я накручу. Посмотрите, сделаю много. Риса, кабачки сделаю, баклажан и положу в холодильник. Мое любимое слово «спрячу в холодильник». Я не знаю, откуда оно у меня все время лезет. Вот сейчас проконтролировала и не сказала, потому что одна там моя подписчица меня подколола. Но я прощаю ее. Ну, что прощаю, потому что правильно говорит «спрятать». Я как-то неосознанно это говорю. Моя мама говорит, вот, нашла причину моей неграмотности от мамы. Моя мама украинка, поэтому она русскому не училась. Ну вот я от нее привыкла употреблять это слово. И накручу голубцы, положу в холодильник. Все. Закончился у нас партнерка, и я быстро приступила к приготовлению ужина. Сегодня я готовлю зеленую чечевицу с соусом. Так хочется. Прямо уже не дождусь. Посмотрите, вот у меня овощи там тушатся. Вот это вот у меня отварная чечевица зеленая. Сейчас положу, добавлю томат, зелень вот водички. И, друзья мои, будет очень вкусный у нас обед. Так кричат с базара. Пойдем посмотрим вместе с вами на балкон. На балкон решила не выходить, потому что у меня, как всегда, стирки полно. Ну, а посмотрим, что с окна видно. Сейчас Ашкима прошу, чтобы он пошел, купил мару. Вот такая капуста, да, китайская. Салаты понаделали. Вчера в ресторане мы кушали. Так нам понравилось. Поэтому хочу, чтобы он спустился. Не пошел он сегодня гулять с другом. Сидит, занимается, сигареты там делает. Ну, ничего. Он сегодня вот и в магазин сходил, и на базар, и воду принес, 3 бутыля снизу. Сейчас что-то хочу вам рассказать, друзья мои. Ну, а я приготовила свой сайт. Сейчас буду учить турецкий. Вернее, повторять. Я его учила как-то по приезду. Бесплатный сайт. Тут можно и английский, какие хотите языки. Смотрите, как сайт называется. Очень рекомендую вам. Тетрадка моя, дефтер. Готово. Ручки. В общем, буду сейчас заниматься. После ужина. Хочу с вами поговорить, пока у меня там готовится. Волосы у меня сегодня. Как? Цвет волос классный вышел, правда? Друзья мои, что я увидела недавно? Попался мне такой клип, где они под микроскопом рассматривают содержимое инжира. А я в этом году думаю, боже мой, я ни разу свежий инжир не попробовала. Вот не получилось у меня не попробовать. Вот варенье у меня есть, я покушала. А свежий инжир, ну, не получается никак попробовать. То он такой дорогой, я не хочу отдавать. И я не люблю этот свежий инжир. И правильное дело, что я не попробовала. Я, как увидела, у меня весь интерес и желание пропало вообще на инжир, только варенье. Его рассмотрели, купили в магазине и рассмотрели под микроскопом. Друзья мои, там такие глисты, паразиты, как их называют, не буду называть, потому что неправильно сейчас скажу, в каждом инжире. А почему это так происходит? Потому что инжир опыляет осы, кажется, инжировые осы, и они, он же закрытый плод, и они внутрь откладывают яйца во время опыления, и там образуются личинки, и это в каждом инжире эти паразиты. И я это посмотрела в Инстаграме, кажется, было этот ролик или что, я как зашла на этот канал, или в ТикТоке, зашла на канал, я посмотрела во всех овощах и фруктах, что внутри содержится. Но в инжире
Это единственный фрукт, в котором есть эти паразиты. Так что будьте осторожны, вообще их не ешьте. Все же у нас болезни из-за этих паразитов. Что-то направило на себя нехороший цвет. Вот так, по-моему, лучше, да, то какая-то желтая была. Ну вот, побежала я на кухню, а то у меня сгорит все. Не ешьте свежим. Какой красивый получился ужин. Тут я добавила еще и отварную курочку филе. Иду кормить Ашкема и сама покушаю с удовольствием. Приятного всем аппетита, друзья мои. Не передать запах. Вот я и позанималась первым уроком. Первый урок — это легкий турецкий. Тут алфавит надо изучать, сочетание букв. Ну, кое-какие слова вспомнила, как они пишутся. Некоторые для меня были новые. Например, я не знала, что такое кабус. Что это кошмар. Дахи. Но я это тоже не нужно. Оно мне это 100 лет, я его не учила. Джетвел, я линейка узнала, что такое из этих слов. Джетвел. И узнала, как этот олень. Гейк. Не знаю, когда не употребляешь эти слова, они забываются. Ну, короче, вот, друзья мои, я очень занялась серьезно. Выписала только те, которые мне нужно еще повторить. Которые, чтобы я не путала. Видите, как я серьезно пишу, занимаюсь. Ну, на сегодня хватит. Первый день, да? Буду каждый день учить по одному уроку. Вот начала 11-го. Так что смотрите, вот я недавно рисовала. Только сделала на лень. Правильно, помните? Только порисовала на лень. Вот он, рисунок мой. Даже он у меня не оторвался. Все листики поотрывалось. И вот исполнилось. Я пришла к тому, что мне нужно учить. Я закончила рисовать на прощение. Покажу вам красоту сейчас. Посмотрите, 10 рисунков. Каждый по-своему красив, правильно? Не надо никакой психолог. Нарисуйте на папу, на маму, на всех. И вас отпустят все блоки. Это то же самое психолог. Так что вот, друзья мои, это дело сделала. Сейчас буду продолжать изучение рисования этого цветка, нейролотуса на отношения. В общем, у меня время сколько? 25 минут 12, а я вся в работе. Но мне очень нравится то, что я очень сильно занята. Всем спокойной ночи. Пока-пока, мои дорогие.